И всем привет! Итак, сегодня будет такая реакция на Бади Бедируса. Сегодня с вами Вадим Адиос, всем привет! Гуманоид трек! Гуманоид! О, меня так, наверное, хорошо слышно. Итак, я не знаком с этой песней. Ну, и думаю, можно приступить к уже слушанию. Choked out with a creature that certainly appears to be alive, is really alive. Conversely, you doubt that a lifeless object might actually be alive. The eeriness of dolls comes solely from the fact that they are completely modeled on human beings. In fact, they are nothing but human beings. They make us face the fear of being reduced to simple mechanisms and matter. In other words, they make us face the fear that fundamentally all humans belong to the void. Чувствую себя раз исполнителем каких-то. Вот это трек, я офигею. Это конец? Да, это конец. Ну что, ребята, я скажу, ну трек как трек, ну. Для тяжелого рока это нормально. Ну, это мое мнение. А, сниму наушнички уже. Послушал. Трек. Ну, в общем,
трек как трек. Как для крутого death metal, то это неплохо. Ну, нужно к этой группе больше стараний и меньше криков. Я понимаю, это музыка, я все понимаю, там злой барабанов, там крутые гитарные соло и так далее. Ладно, ладно, сейчас свои истории начну вот это, истории свои. Оба-на, сообщенька. Не буду читать, это не новости, уберись вообще. Итак, вы задолбали. Вообще, вот там, уйдите вот там вот и все будет окей. Итак, пишите в комментариях, на какую песню вы хотите, чтобы я снял реакцию. Потому что, как сказать. Я знаком только с death metal и new metal. Больше стилей я не знаю. Итак, и для вас, пожалуйста, такой маленький тоже эксперимент. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, жмите на колокольчик и не пропустите новые реакции. Я рад, что я приобрел телефон и мой звук хорошо слышно. Итак, ну что ж, окей. Я думаю заканчивать, но еще я расскажу. Этот трек я услышал где-то краем мельком, там кусочек. Я решил его послушать весь. Я эту песню даже сейчас скачаю. Буду вслушиваться. Ладно. Ставьте лайки. Подписочка, конечно же. И не пропускайте новые видео, ребята. Новые видео. Всем спасибо.